Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу жителей Абайской области по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей. Об этом сообщил советник президента, пресс-секретарь Берик Уали на странице Facebook. Напомню, по всей стране продолжается экологическая акция «Таза Казахстан». Акимат области Абай сообщил, что на территории семей Орманы Бородульхинского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев семей Орманы «Жасыл Аймак». Участники высадили больше 50 тысяч саженцев, чтобы ускорить восстановление ленточного бора до 2025 года. В резервате посадят еще больше 100 миллионов молодых сосен.